Здравствуйте, меня зовут Андропов Иван. Я думала, оказывается, то, что кольчуга весит мало, а вот поднять было ее сложно. Сегодня на экскурсии я узнал то, что гаджеты, которые сейчас у нас, не сравнятся с теми игрушками, которые были тогда, в 1813 году. Оказывается, мало тот, кто знает тот факт, что Петр Павлович Ершов родился не в Тобольске, а под Ишимом в деревне Безрукова. Сейчас в селе Безрукова. Сейчас это село называется Ершово, Ишимского района.